Поехали. Можно? Так ты вошел уже. Здравствуйте, я по рекомендации Павла Андреевича. Он сказал, что обо всем договорился. А, понятно. Народный избранник. Точнее сказать, я должен им стать. Я кандидат. Угу. Павел Андреевич предупредил меня о стоимости услуг, но сказал, чтобы я все деньги сразу не отдавал. Зачем же все сразу? Дайте на пиво. Да, как-то все неожиданно. Вы знаете, Павел Андреевич, он эго... Да черт с ним, с Павлом Андреевичем.
Максимилиан. Кутергин. Очень приятно. Здравствуйте. Здравствуй, мальчик. А где дядя Максимилиан? А он вышел. Тогда я на компьютере поиграю. Мне дядя Максимилиан разрешает. Поиграй. Поиграй. До свидания. До свидания. До свидания. Веревку подними. Не урони. Вы к кому? Как к кому? К вам. Это к вам. Здравствуйте. Он у вас трезвый-то бывает? А как же? Все время трезвый, пока не выпьет. Ну, а если выпьет, знамо дело, пьяный. Не слушайте старого дурака. Максик парень хороший. Он мне позавчера в теплице стекла поставил. Хорошего мне советника Павел Андреевич сторговал. До свидания. До свидания. Я вот что рекомендую. Первое. Сходи в центральную городскую церковь. Покажи свои обещания попу. Обещания твои пустые, но безобидные. Так что особых замечаний у церкви не вызовут. Благословения впрямую у попа не проси. Лучше, если он вообще ничего не скажет. Это даст тебе возможность на первой пресс-конференции сказать, что в отличие от других кандидатов, твоя программа одобрена церковью. Второе. Объяви своей задачей сделать из своего города свободную экономическую зону. Делай это гиблое. Но мелким коммерсантам и бандитам это понравится. Третье. Выпьешь кого-нибудь из столицы с ружьем. Пускай стрельнут в дверь твоей квартиры. И лучше, чтобы ты поблизости где-нибудь находился. Россияне любят потенциальных покойников. Четвертое. С детьми не фотографируйся. С избирателями у винных магазинов не знакомься. Простому человеку не нравится, когда у него начальник тоже простой человек. Понапиши плакатов, типа...
К 35 годам я стал кандидатом в депутаты, к 40 я стану кандидатом в президенты. Или, если бы коммунисты не перемудрили с религией, я был бы коммунистом. Поразвешивает по всем столбам. Остальную брехню спеши из других предвыборных программ. Повысить пенсию, вернуть задолженности по зарплате, ну и так далее. Понял? Здорово. Особенно мне понравилось про церковь и про ружье. Правда, я не все успел записать. Ну, Максик у нас глава. Он еще не такой может удумать. Это точно. Извините, а вы мне угол не сдадите? Я много мест не займу. Решил пожить у вас в деревне. Угу. Свежим воздухом подышать. За Максимилианом умные мысли позаписывать. Плачу за год вперед. А что, это хорошо. Мы согласны. Давай деньги. Жить будешь в баньке и умереть с голоду мы тебе не дадим. Ага, не дадим. Ага. Ну ты придурок. Ты зачем сарай спалил? А он случайно. Случайно. В пятый раз? А. Лезь сюда! Иди ко мне! Машенька такой! Ну что делаешь? Голову! Может, действительно не он? Смотри на меня! А вы не вмешивайтесь! Ну, просыпайся, шельма! Просыпайся! Стоп, а чего ты меня мутишь? Ты зачем? Ты зачем сарай спалил? Ты... Сарай плохой был, в окно противно смотреть. Он мне горизонт загораживал. Пятый раз. Ай-яй-яй. В пятый раз. А вы поговорить с Максимилианом пробовали? Бесполезно. Он слов не понимает. Все будет, как всегда. Нет, только три раунда. У меня голова болит. Максик, ты, главное, ногами работай. И не забывай хук левый. Главное, не мельтеши. Помолчи, старый. Давай, 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 давай. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Бокс. Раз, господа, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Так, поправился, поправился. Бокс. Куда ты? Куда ты? Это что тебе, борьба? Отпусти мою руку! Брэк! 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 Не лезь! Брэк! Не бей, не бей! Без себя бокс хватай! Брэк! Руки, руки убери! Брэк! Брэк! Давай, ну! Отдай! Ты по
посмотри за ним! Куда ты лезешь? Поломай! Ты запомни, как сарай палить! Давайте, обмахивай, обмахивай! Сынок, давай я тебя вытру. Они что, всегда так отношения выясняют? Нет, не всегда. Не всегда. Прошлый раз они на каноэ по пруду на перегонки плавали. Вот, а еще раньше они из лука стреляли. У кого глаз острее? И у кого острее? У Максика. Знамо дело, конечно, у Максика глаз острее. Но у председателя рука тверже. А кто лучше? Где, в стрельбе или в гребле? В гребле. Оба. Не то, что в фигурном катании. Хорошо, хорошо. Ну-ка, сядь. На, дыхни поглубже. Ну, ой, тут еще. Еще раунды, все. Да осторожней ты в глаз, прямо старый. Ну что ж ты... Главное тебе второй раунд простоять. На третьем он сдохнет. Все, пошли. Бокс! Максимилиан давно уснул? Недавно. А вы, простите, кто? Он меня у чеченов преферанс выиграл. А сейчас я ему жена. Лена. Макс вам ничего обо мне не рассказывал? Не рассказывал. Он уже 5 лет у нас дома, в городе. Жить отказывается. Расчувствовался как-то после очередного банкета и обещал, что выпившим я его больше никогда не увижу. С тех пор я его и не вижу. Так, только когда спит. Слово держит. Я кто? Я простая русская женщина. А такие, как он, по статистике, раз в 100 лет рождаются. Максимилиан гений. Вы не представляете, как тяжело с гениями. А вас как зовут? Николай. Я общественник. Понятно. ФСБ? МИ-6, ЦРУ. Да ну что вы. А что? Захаживают? Да ходят всякие.
Сушки и лето денег не платят. Правда, не все находятся и порядочные, но не выше полковника. Им-то он зачем? Так они теперь тоже чаще по общественной линии. Ну, или по коммерческой. А Максим их к новым взглядам на жизнь подталкивает. Ну, за деньги, конечно, иногда за услуги. Вот один, например, книги Макса по шахматам и астрофизике на 16 языков перевел. А другой магнитофонные записи разговора в доме за последние 10 лет вернул. И что? Качественные записи? Да вы не бойтесь. Сейчас здесь не записывают. Полгода назад Максим указом президента объявлен достоянием республики. А секретным приложением к указу его дом – территория, свободная от тайного надзора. Ну, специально для, ну, вы понимаете, для конфиденциальных, задушевных бесед. Любопытно, очень любопытно. А он с похмелья такой или спортом занимался? И с похмелья, и спортом занимался. Вы тут приглядите за ним. Очень он плохо переносит похмелье. А по поводу занятий спортом, передайте, привезла, что просила. Еще проследите, чтобы ел вовремя. И напоминайте ему, чтобы он здоровье помнил. Тут вот витамины всякие, продукты для здоровья. Ну, вроде все. Вроде ничего не забыла. А вы с нами не останетесь? Нет, поеду, а то проснется, если расстроится, что я здесь на него смотрю. Если папа Римский позвонит, скажите, что Максик занят. Пусть перезвонит. И самое главное, передайте Максиму, что с Козловским ничего не решилось. Вы не забудете? Ну все. До свидания, приятно было познакомиться. И мне тоже. Привет. Лена приходила. Просила передать, что с Козловским... Еще ничего не решилось. Значит, жив еще. Слава богу. А кто это Козловский? Коммерсант один. Щекастый такой. Я ему посоветовал поступить с собой так, как он поступает с другими. А он? А он. Приехал домой, высыпался в чашку 300 грамм цианистого калия, разбавил водой и выпил. Но сразу не умер. Ощутился в реанимации. Потому что яд в больших количествах не оказывает такого мгновенного действия, как в малых. Но с тех пор нет мне покоя, что мой совет мог жизни человека лишить. Грех это. Ну, кто там еще? Это мы. Это мы. Кто мы? Нам посоветовали к вам обратиться. К вам обратиться. Говорят, только вы можете помочь. Ну, рассказывайте, только не все сразу. Хотел вложить деньги, а куда не знаем. И много денег. Вот. Вот. Мы тут шашлыки жарили в лесу. Нашли клад. Может, поможете? Ну, откройте банк. Нет, мы считаем плохо. У нас по математике одни тройки были. Ну, не знаю. Выпустите водку или коньяк. И назовите в мою честь Максимилиан. Звучит? Не пьющие мы. Не пьем. Да не любим мы водку. Нет. А что любите? Что умеете? Да ничего не умею. Ничего, абсолютно. Ну тогда пойте. Слушай, Кутергин, дай-ка им из чулана инструменты. У меня от дома пионеров остались. Чего добро пропадать? О чем петь-то? Что помните, то и пойте. Покрытый тлой, вот из-за туч выходит луна.
прошлого думы кружатся вновь, о жертвах боях твердят. Всем на пол. Руки за голову. Стреляем без предупреждения. Вы заложники народно-освободительного движения Азии и Европы. Мама моя, это кто? Это Ваха. Опять приехал меня в заложники брать. Макс, ты знаешь, как я тебя уважаю? Но сейчас могу язык отрезать. Не отрежешь. Я начальству без языка ни к чему. Слушай, Вах, разреши, я пиво возьму. Голова болит. И ребят отпусти, они здесь ни при чем. Пиво возьми, ребят пусть идут. А этот останется. Его в думе видел. Тоже заложником будет. А может быть лучше деньгами? Я борец за идею. Так что ты лучше пока присядь. Ну, брат, извини. Ты попал. Вах, а я ведь нашел винил Траспас Генезис. 70-й год? Ага. Продай. Да я тебе так подарю. От заложников подарков не беру. Максим, меняю на ЕС 83-го года. 90-125. Это у меня есть. Тогда не знаю. Ну, может, на... Amazing Comic-Con синдром. 84-й? Ну? Идет. Слушай, Вах, уходи огородами. Я тебя прикрою. Не могу. Почему? Я командиру обещал. Ну, тогда я с тобой меняться не буду. Макс, замолчи. Здесь я командую, понял? Вах, последний раз говорю. Выходишь через погреб у забора и мимо грядок к лесу. Там выйдешь на станцию. Уходи, а то точно не поменяемся. Внимание, дом окружен. Бросайте оружие, выходите на улицу. Наше требование. Отпустить поезд с гуманитарной помощью с таможни. Если требования не будут выполнены, буду убивать по заложнику в час. Ваха, что за груз? Гуманитарная помощь. Опять наркотики. Макс, я тебя очень уважаю, но сейчас могу не выдержать. Извините, мне надо в туалет. Слушай, пристрели его, только чтобы не запахло. Нет, по маленькому. Ладно, вы видите. Спасибо.
Как мама, сестра? Да мама приболела. Сестра замуж. Человек хоть приличный? Хулиган. С окраины. Ну, чувство. Сам понимаешь. Чувство есть чувство. А помнишь, как мы в Анголе дробь 16 жрали? Дай сюда. Детей-то еще не завели? Да все некогда. То в заложники возьмут, то еще чего-нибудь. С этим тянуть нельзя. Макс, ты все знаешь. Как рай выглядит? Мне командир рай обещал. Славно выглядит. Молочные реки, кисельные берега. Красавицы голые по небу летают. Красавицы — это хорошо. А почему жизнь не удалась? Не знаю. Наверное, времена такие. Ленке привет передай. Скажи, что я в Москве прописку так и не получил. Ну, влип. Так влип. Съездил за консультацией. Мой лучший армейский друг. Вместе в Анголе воевали. Влюблены были в одну девушку. А женился на ней я. А я смотрю, откуда ты его знаешь? Пойдем, а то сейчас из гранатометов шарахнут. Стой! Лицом к стене, а руки за голову! Слушай, мне все больше здесь нравится. Кажется, здесь можно не только отдохнуть, но и хорошо заработать. Товарищи, прошу всех соблюдать спокойствие и порядок. Прием начинается. Максимилиан Романович ждет. Прошу. Ладья F3. Пешка E8. Офицер C4. Конь E2. Шах. Да, и мат, как я не догадался. Третий вариант партии Гольдберга. Прелестно. Подъемное устройство для смены колес автомобиля. 7 букв. Последнее Т. Домкрат. Потрясающе. Ну хорошо, вернемся к нашему основному вопросу. Вы знаете, профессор, мне кажется, что Тунгусский метеорит никакой не метеорит, а корабль пришельцев. Да, но где же осколки? А сколько вы не можете найти по той простой причине, что корабль не прилетел на землю, а улетел? Гениально! У меня к тебе серьезное дело. Завелся у меня в подполе стук. Ни днем, ни ночью покоя нет. Ты знаешь, куда я только не ходила, кому не обращалась. Я и милицию вызывала, и скорую помощь, и к батюшке ходила. В Москву ездила даже, в эту комиссию по борьбе с полуторагейстами. Ничего не помогает.
Максимилиан Романович, внучок, только на тебя вся надежда. Ну, это у вас натуральный дымовой завелся. Батюшки, да что же это теперь? От этой нечистой силы никакого житья нет. Ну, бабушка, дымовой — это нечистая сила, это существо неизвестной науки. Ну, вроде снежного человека, только меньше. У меня тоже такой живет. И как же его теперь вывести? Ведь он меня совсем замучил. Замучил он вас, потому что вы с ним, ну, неправильно обращаетесь. Вы ведь, наверное, кричите на него. Да. Ругаетесь. А он, как любое домашнее животное, ласку любит. Лёлик, 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 Лёлик. Ой. А ест он много? Не. Блюдце молока, 4 ржаных сухарика. Главное, поласкай с ним, поласкай. Спасибо тебе, милок. Век не забуду. Кутергин, много там еще? Немного. 26 человек осталось. Больше не записываю. Понял. Перерыв. Уж очень ты на мою жену Ленку похожа. Так все же русалки на жен похожи. Ну и что, сейчас меня зацелуешь, а потом в омут утащишь? Могу, конечно, зацеловать. Могу и в омут.
Но ты мне, Максимилиан, по делу нужен. Нужно мне германский язык быстро изучить. Зачем тебе германский язык? Да затем, что 300 лет я здесь русалка. Мне нужно как-то и мир посмотреть, себя показать. Ну, там, наверное, и своих русалок хватает. Может, хватает? А может, и не хватает. Так ты будешь языку учить или нет? Вообще, я знаю один способ. Уж больно ты на мою жену похожа. Не родственница. А что? Побожись, что Ленке ничего не скажешь. Ты что, с ума сошел? Я же русалка, ну как я побожусь? Тогда слово дай. Даю. Здравствуйте, дядя Кутергин. Привет. Можно я на компьютере поиграю? Валяй. А где дядя Максимилиан? Тут работаешь, работаешь. А твой дядя Максимилиан где-то баклуши бьет. А зачем вы работаете? Все люди должны работать. Зарабатывать деньги. Дядя Кутергин, а много вам денег нужно? Много. Много это сколько? Ну, я даже не знаю, Вась. Много. А 100 миллионов долларов это много? Достаточно. А у вас есть счет в швейцарском банке на номер 7903/8053? Есть. А что? Да я вам только что на этот счет 100 миллионов долларов из другого банка перевел. Положи денежки на место. Нас поймают. Не волнуйтесь, не поймают. Я их через 8 анонимных счетов перевел. Никто не узнает. Это точно? Точно. Знаешь что, Вася? Иди-ка ты домой. Мама будет волноваться. Вот тебе жвачка. Иди, мальчик. Спасибо. Иди, иди. Сто миллионов. Сто миллионов. Сто миллионов. Надо что-то делать. В Москву. В Москву. В Москву. Ну, рассказывай, что запомнила. О, mein Gott. Etwas tiefer. Tiefer. Ich will noch einmal. Das machst du gut. Das ist fantastisch. На первое время тебе этих слов хватит. Thank you.
Товарищ. Вы ко мне? Вам телеграммка. Распишитесь. Козловский. Все-таки умер. Кто умер? Приема больше не будет. Гляди. Макс! Максик! Ты чего? Ты... Максик! Ты зачем туда залез? Ты чего там делаешь, Максик? Надо мне. Жду. Ждет. А... Максенька, пойдем домой, а? Ага. Из нашего центра в Питере сообщили, что вы воплощение бога Кришны в России и странах СНГ. Хотим попеть вашу честь мантры. Можно? Валяйте. Бабку завернул тряпку, помочил ее водой, чтоб стал молодой. Максимилиан, Максимушка, ты слышишь меня? Слышу. Как дома дела? Помаленьку. У мамы моей сегодня день рождения. Хорошо, если бы и ты приехал. Но ты же не сможешь. Не смогу. Долго стоять-то будешь? Пока дело до конца не доведу. Пока, ну, озарения не дождусь или другого какого-нибудь знака. Ты завтракал когда? На прошлой неделе. Ты что, с ума сошел? Ты желудок себе испортишь. Ешь. Не могу. Ешь, я тебе говорю. Да не могу, я результата не будет. Да ешь, никто не увидит. Ну что с тобой сделаешь? Рассольник мама готовила. Угу. Кто будет? Соседи будут. Маринка будет. Она двойню родила. Девочки, такие хорошенькие. Ну все, побежала, мне пора. На стол надо накрывать. Мама, твоих любимых пирожков напекла. Вере Степановне, передавай низкий поклон и поздравления. Может, можно хотя бы на один вечерок? Нет. Народности. Да, только в народности заложен ответ на вопрос, извечный вопрос мировой интеллигенции. Grand raisonnement. К
хотя это не переводится на русский язык. Может быть, был прав Альберт Швейцер, хотя его общество авторизированное воззрение, вот Сахаров. Мин. Но если вдруг когда-нибудь мне уберечься не удастся, какое гнусное коварство не замышлял бы мир земной, я все равно паду на той единственной гражданской, и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной. А при чем тут комиссары? Я имел в виду Париж. Я все равно паду на той единственной гражданской, и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной. Уважаемые телезрители, мы с вами находимся недалеко от Москвы. К нам в редакцию поступил очень интересный сигнал, что какой-то странный молодой человек вот уже месяц стоит, ничего не ест, ни с кем не разговаривает. Но мы попробуем взять у него интервью. Скажите, пожалуйста, какие требования вы выдвигаете? А против чего вы протестуете вообще? Скажите, а вы женаты? Да. Только что мы взяли интервью у человека, который стоял и не разговаривал целый месяц. Дядя Максимилиан, а что это вы здесь делаете? Да вот решил с Богом поговорить. А вы думаете, он будет с вами разговаривать? Не знаю. Попросите у него, чтобы у меня были... Чтобы у меня были... Роликовые коньки. И чтобы папа вернулся домой. Будут у тебя роликовые коньки. И папа вернется. Мужик, пить будешь? Нет. Ему нельзя. Он святой. Thank you.
станут единицы. Завтра станут сотни. Послезавтра станут миллионы. Когда станут все, мы победим. Слушайте, идите отсюда, то я вам морду набью. Останкино, вперед! Вихри враждебные реют над нами, темные силы нас злобно гнетут. Бой ракобой! Помоги, Максимушка. Дочке операцию на сердце буду делать. Врачи говорят, один шанс из тысячи, что выживет. А ей лет-то всего 12, а? Замолви словечко, а? За душу невинную перед Богом. Председатель, приди в себя. Ты кого просишь? Я ведь не Николай Угодник и не Серафим Саровский. Да некого больше просить. Только ты один остался. Я же не смогу без нее. Ты же знаешь, жена померла, когда ее рожала. Одна. Одна она у меня. Да не умею я. Не послушает меня Бог. Пойду на... Напьюсь, а потом повешусь. Все равно за мои грехи она страдает. Да и когда мать рожала, я ведь с любовницей в городе жил в это время. А Бог с ними со всеми. Ну, я попробую. Да. Вот теперь я понял, как надо поступить. Вот оно озарение, ради которого я жил все это время. Надо возвращаться домой. И не дурить больше никому голову. Устраиваться на работу, пить вечерами с женой чай и воспитывать детей, кстати, которых у меня еще нет. О, Господи, я даже не знаю, как толком молиться. Господи, я тебя никогда не видел. И даже до конца не уверен, есть ли ты. Но если ты есть, спаси ты эту девочку, Степанову дочку. Она ведь и пожить-то толком не успела. Ладно? А я пойду. Господи, вознесся. Вознесся. Матушка, что же это такое? А где? Вознесся. Вознесся. Вознесся, Господи.
Спасибо! Спасибо! А где отец родной? Вознесся. Вознесся? Девочка! Девочка жива! Жива! Жива, отец родной! Жива! Аллилуйя! Аллилуйя! Жива! Жива, доченька! Жива! Ах, отец родной! Боже, царя храни! Что случилось? Вознесся. Вознесся? Учитель, а я на твоем благе себе деньги стяжал. Будь прокляты эти серебряники. Я иду за тобой. Ну, здравствуй, любимая. Надолго? Навсегда. У меня очень много дел. Ты же долго не выдержишь. В пророк я уже наигрался. Наступило время святой обыденности. И что в будущем? Твои губы, любимая. Учитель, я иду за тобой. Твой заблудший ученик не оставит тебя даже на небесах и сумеет вымолить себе прощение. Учитель, не оставь меня благодатью своей. Anima
отдай батюшке, передай поклон родной матушке, передай поклон родной матушке. А жене скажи, чтоб не печалилась, передай кольцо обручальное, передай кольцо обручальное. А еще скажи, что я в степи замерз и любовь свою я с собой. Замерз ямщик в той степи глухой, уж замерз.